3 муниципалитетах республики ввели карантин по африканской чуме свиней. Указ подписал глава региона Ради Хабиров. Ограничения действуют в самом очаге инфекции на территории фермы в селе Кармаскалы Стерлитамакского района, где погибли 9 свиней. Угрожаемой зоной признаны 9 сел в Стерлитамакском районе, расположенные в радиусе 5 километров от очага. Зоной наблюдения 25 сел в Стерлитамакском районе, город Стерлитамак и 10 сел в Ургазинском районе. У нас есть еще зона наблюдения, это в радиусе 10 километров, там также вводится определенное ограничение. Это запрещает все перемещения животноводческой продукции, так скажем, ярмарки и прочие мероприятия, которые способствуют распространению данного заболевания. И в дальнейшем, в соответствии по мероприятиям, проводится уже более детальный мониторинг, и, соответственно, во всех населенных пунктах будет проводиться более детальный, так скажем, пристальный досмотр именно поголовья свиней. В прошлом году в 49 регионах страны зарегистрировано 445 случаев африканской чумы свиней. Отмечу, что в Башкортостане впервые зафиксировали опасное заболевание.